Сегодня мечту 4-летнего чебоксарца Романа Кожевникова исполнил глава Чувашии Олег Николаев. Шар, в котором хранилось письмо ребенка, руководитель региона рандомно выбрал еще во время ноябрьской онлайн-пресс-конференции, посвященной старту всероссийской акции «Елка желаний». О чем просил мальчик Дедушку Мороза в сюжете Вероники Павловой. Вертолетная площадка, железная дорога, ферма и целый пруд с рыбками. В эту волшебную коробку поместилось целое государство. Но из всего разнообразия 4-летнему Роману приглянулся вот этот поезд. О нем мальчик грезил давно. Мы ездили в этом году в Крым, в город Евпатория. Трамвай – это прям наше все. Да, мы встречали поезда. Мы выходили провожали. Просто покататься даже на трамвае. Спасибо! Это вторая попытка семьи Кожевниковых достучаться до Деда Мороза. Первое письмо написали еще в прошлом году, но шар с желанием так и остался висеть на елке. В этом решили попытать удачу снова. И не зря. Елочную игрушку Романа заприметил глава Чувашии. Чудесно, да, да, это радость, да. Я когда узнала, я была на работе. Прям прослезилась. Ощущать себя вот таким Дедом Морозом – это, конечно, великолепное чувство и возможность совершенно по-другому пережить эти эмоции и самое главное, порадоваться за детишек, за семьи, тем самым показывать где-то, наверное, и пример того, что мы должны друг другу помогать. А таких, кто ждет новогоднего чуда, много. Дети-сироты и ребята с ограничениями по здоровью. Верят в Деда Мороза и дети из малообеспеченных семей. Нужно не бояться мечтать, ну и, конечно же, самому предпринимать кое-какие действия. Например, заполнить заявку на сайте «Елка желаний РФ» до 11 декабря. Попытать удачу смогут не только дети от 3 до 17 лет, но и люди старше 60. Правда, есть нюансы. Их подробно отобразили в положении проекта. А вот стать волшебниками, исполнить чью-то мечту сможет абсолютно каждый. Вероника Павлова, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.